Директор ООО «Природа» рассказал прокурору Оренбургской области Руслану Медведеву о том, какие были приняты меры для предотвращения нарушений сроков вывоза ТКО. 12 октября этого года регоператору дали время до 5 декабря решить вопрос с несвоевременным вывозом мусора и предоставить в прокуратуру области информацию. Ведь за 9 месяцев 2023 года выявлено более 2500 нарушений в сфере обращения с отходами. Внесено свыше 1000 представлений. В суд направлено 177 исковых заявлений. 37 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафа, назначенная за совершенные правонарушения, составила порядка 600 тысяч рублей. В своем докладе директор природы сообщил, что организация приобрела дополнительную специализированную технику для исполнения в срок обязанностей по вывозу мусора. Однако и этого оказалось недостаточно. Прокурор области потребовал, чтобы природа разработала план и закупила еще технику. Ситуация находится на контроле у областной прокуратуры.